Привет, родная студия. Привет. Можно через улицу идти? Ой. С разрёвой, Серёзик. Цыпуля, Павел, миленький. Ты видишь, кто приехал? Сейчас я тебе очки надену. Ты видишь? Ты ничего не видишь. Потому что ты... Смотри, кто приехал. Витя, Лёсик и Толя. Ну скажи им здрасте. Ну скажи, ну постарайся. Ну скажи, Павел, миленький, ну скажи. Не можешь? Мусор беру еще. Ой, Господи, сейчас самое солнышко хорошее. Свои шпильки. Я всех просила, чтобы мне привезли шпильки. Потому что здесь есть зажимки, что угодно. Но шпилек нет вообще в природе. А у меня оставалось 3, это мало. Ой. Я не успеваю причесываться. Кошмар. Делать колтун. Ну, я вообще так боюсь зеркал. Ужасно боюсь, это примета. У меня мама разбила зеркало, потом умерла через полгода. И я никогда не ношу ни в сумочке, нигде никогда не беру с собой зеркало. Я все знаю наизусть. И все дело на ощупь. Но иногда все-таки хочется посмотреть. Я вижу своих сверстников, думаю, боже мой, как он постарел, кошмар. Вот в телевизоре Савву увидела Кулеша, думаю, боже мой, Савва уже старый, стареющий. Потом думаю, матушка, ты посмотри в зеркальце. Сзади пионерка, спереди пионерка. Бабушка моя всегда говорила, смотри, чтобы волосы не летели, птички запутают свои лапки и погибнут. Всегда собирай все волосочки. Сейчас Павел будет кричать. Ляля, не уходи. Иди сюда. Подними меня. Все время его надо поднять. Выше. Слушай, это невозможно. Конца не будет. Во. Да? Шалом. Адони. Шалом. May I take one? Шалом. Юсеф! Камана! Не дождешься. Мама?
Смотри, 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 смотри. На, попробуй. Тихо, хотел, тихо, хотел. Кели вахи. Кели вахи, тихо. Вешай, да? Вешай. Минуту полтора кило. Момент. Я пошла крутить пшеницу. Мне надо срочно выводить Когана из температуры. Срочно. Да-да. Перевернуть тебя? Ну что, миленький мой, ты не спал? Плохо. Сейчас, солнце мое, сейчас, родной мой, брошенный, голодный. Сейчас я вымою попу, будем кушать. Опять не хочешь кушать? Что тут так все гремит? Ой, такой ветер сильный. Сейчас, миленький. Вот, 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 вот. 6 часов будет Санта-Барбара. Не знаю, где шприц. Куда шприц взяла? Студенька. Позвонить Герцу? Сейчас. Ну, ребята. Где же шприц? Ну, поверни. Ну, сейчас, родной мой, сейчас, солнышко. Уже скоро придет на тебя солнышко. На мое солнышко придет другое солнышко. Герц, Павел меня просит. Позвони Герцу. Я прибежала. Я говорю, что дальше? Позвони Герцу и кончим. Павел, ну вот я с Герцем говорю, что ему сказать. Он к тебе заглядывал, а ты никак не прореагировал. Привет. Привет. Все. Мои мужики здесь. А я смоталась за травой, за пшеницей на базар и в Славу и Клим. Вот сколько. Да, ну ладно. Все, я тебя целую. Ири, привет, пока. Плечо больно. Сейчас я тебе сделаю, что не будет больно. Сейчас, милый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ухо достаешь до макушечки, до правого уха. Давай, давай, берись, берись, берись пальчиками, берись. Да, теперь этой рукой, этой. Ну, берись, 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 скорее берись. О, бля, вот так. До макушечки, вот так, и до этого, так, потрясем,
потрясем ручки, потрясем, чтобы расслабить их. Ну, совсем скрючили. Нет. Ну, что, милый? Что, мой родной? Да не дел. Как? Ты что? Я же сейчас только положу трубку, милый мой. Сейчас буду тебя кормить. Ты же у меня вообще не кормленный. Ой. Фух, позвони Герцу. Герц, Герц, вас можно на минуточку? Я тут наушники одел, и у меня сбилось. Вот. Я думаю, что можно там. На той стороне? Конечно. Ну, давайте на той. Конечно, это будет. О, вот так, да? Сейчас еще карточку сделайте. Да, ну, так, чтобы повернуться, чтобы... Куда? А вот вы на меня посмотрите, какой вы освободите с ним. Вместе. Ну, карточки не будет, конечно. Почему не будет? Я всегда делаю, но это может быть через 10 лет, но это не важно. Да нет, ты будешь красавица все равно. ברוך הבא לשם אדוני אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך לשבע בטוב ביתך קדוש היכלך אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי זה הכיסא לאליהו הנביא מלאך הברית לא ככה חזק תבואו לטוב שיבוא ויבשרנו בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן שמע ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אדוני מלך. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אנא אדוני הושיעה. 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 ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו בתורה ובשירה ועל המילה. אמן. נכניס אותך. Мне нянька говорила, Павел хороший, ну ладно, но у тебя ж все друзья евреи. Обалдеть можно. Моя Марусенька, еще жива, представляешь, Павел, Маруся наша. Ой, умрешь. Что-то я хотела сказать тебе и забыла. Аврунина, помнишь Аврунина? Наум. У него Люда, жена, которая очень любит пироги печь. Говорят, что он такой стал рыдая, ревнивая дева бронила, к ней на плечо преклонен юноша вдруг. Задремал юноша, вдруг задремал. А что? Это у меня там кура, мать честная. Погодите, Павел, погоди. Солнышко мое, подожди. Кура, кура. Ха-ха-ха, ножки. Каждый раз, когда зажигают свечи,
Я задумываю. Вот. Я, во-первых, я их меряю. И ставлю Павлу, который побольше. Идиотка. И задумываю, вот какая горит раньше, какая позже. Левая свеча – это я, а правая свеча – это Павел. И потом считаю, вот сколько раз больше моя свеча раньше сгорела, а сколько его. И другой раз кажется, что уже они обе сгорели. А потом смотришь, потушь свет, а там еще внутри она теплится. 36,9, почти 37, но это ничего. Сейчас буду ставить клизму. Господи. Он меня... Я ему обещала, я ему клялась, что я его вылечу. Что я его спасу. Он даже сейчас мы переезжали, он мне говорит... Лерочка, спаси. Спаси меня. Будем бриться. Надо побриться, Павел. Ты уже совсем троцкий. Будем. Будем? Вот это я понимаю. А кто тебе говорил, что на Троцкого похож? Какие-то женщины, да? Эй, Троцкий. Эй, Троцкий. Эй, Троцкий. Слезай. Давай сюда. Давай сюда. Это потрясающе. Эй, Троцкий, давай сюда. Вот мы и давали. Хорошая, блин. Я тебя буду так, по частям. Все, меняю воду. Возьми меня домой. Куда взять? Домой. А где дом? Где дом, Павел? Вингай. Хорошо. Хорошо. Я же тебе обещала. Ты обещала, поедем. Ты что? Что с тобой? Родное сердце. Не смотри с таким ужасом. Ну, не смотри. Ты мне сегодня нравишься, любимый мой. Миленький ты мой. Меня домой. В краю далеком. Не даешь меня домой. Милая моя, взял бы я тебя. Поедем. Репетнем. Прекрасно. Здесь очень хороший бульвар. Мы сюда часто ходили, гуляли. Я все хочу на тебя посмотреть. Цыпуля, покажись, но побритый. С Троцким покончено. Павел, это у нас репетиция поездки
Санкт-Петербург. Куда? Куда я не слышу? Домой. Домой. Тут очень много остановок, и надо очень много объезжать. Я думаю, что лучше туда. Помнишь, как мы танцевали на свадьбе? Не устал, Павел? Не устал? Молодец. Потрясающе. Скажи, Сабуля, нормально? Нормально. Это уже прекрасно. Это уже счастье. Павел, слышишь, как пахнут цветы, Павел? А? Ты чуешь носиком своим чутким? Сейчас пойдем так. Так крутизна сохраняет, сокращает. Наука ничего не может понять, ничего. Они не знают ни от чего, ни почему, откуда и как лечить. Сейчас он уже не говорит, а вначале он мне говорит, вот, ты всю жизнь говорила, что ты храбрая, что я трус, а ты храбрая, что ты мужественная. Какая же ты мужественная, если ты не можешь мне помочь. Убей меня, он говорит. Я не могу так. Не могу так жить. Это не жизнь. Это не жизнь. Я не знаю. Я отдала бы все. Что угодно. Что угодно бы делала. Пусть не отрежут, я не знаю, все. Это же уже 6 лет. Никогда не плачу. Стараюсь. Не буду. Не надо. Ведь, не надо. Мы будем верить. Одни у меня друзья, которые мне так помогают.
так помогают. Всегда вот Аска, она говорит, что ты, все будет хорошо, все будет замечательно. Ляля, не сдавайся. И даже вот этот Йони садовник. Ляля, мы его вытащим, мы его должны вытащить. Не сдавайтесь. Я говорю, я не сдаюсь. Я не сдамся до последней капли. Он так хочет домой. Там часто говорит. Мы сюда только переехали, он на следующий день говорит, когда мы поедем домой? Я говорю, куда? В Ленинград. Хватит. Нельзя так. Нельзя, ради него не надо. Я больше не буду плакать. Ни за что. Это, наверное, за то, что мы так были счастливы. Мы когда приехали в первый день, он еще ходил с палкой, ну, ходил еще совсем, вот даже в паспорте фотографии, ну, чуть-чуть у него один глаз косит, но он уже хорошо выглядит. Первым долгом мы пошли к гробу Христа. Ревнивая дева бронила. Сколько я молилась, что я только не делала. Ей на плечо преклонила. Юноша вдруг задремал, юноша вдруг задремал. Дева тотчас умолкла, сон его легкий лелея, и улыбалась ему. Так хорошо, Господи. Потрясающе. Есть Бог на свете. Прекрасно. Спасибо вам. Все. Павел. Цыпуленька, а свечечка еще горит одна, видишь? Милая, я сейчас тебе поставлю градусник. Сейчас надо проверить все-таки, какая у тебя цена. Сейчас будем животик твой чинить. Будем?